Сергеев Иван Иванович. Родился 7 сентября 1941 года в городе Электросталь Московской области. Почетный гражданин Щелковского района. Дипломат, член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, бывший заместитель министра иностранных дел России, выдающийся деятель российского гольфа, начальник главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипкорпуса при МИД России, член коллегии МИД, член президиума Ассоциации гольфа России, почетный президент Ле Меридиен Москоу Кантри Клаб. Свою трудовую деятельность начал в 1960 году техником-конструктором после окончания Кудиновского машиностроительного техникума. В 1970 году окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт и работал главным инженером, начальником специализированно-строительно-монтажного управления 50 в городе Щелково. В 1976 году был назначен на должность заместителя председателя исполкома, а затем и первого заместителя председателя исполкома Щелковского горсовета. За время его работы на этих постах было построено два самых значимых для Щелковского района объекта – путепровод с подъездной дорогой, новый мост через реку Клязьму, а также разработан новый генплан города Щелково с пробивкой Пролетарского проспекта. Была введена в строй новая АТС на 20 тысяч номеров. Открыт мемориал участникам Великой Отечественной войны. Работая заместителем министра иностранных дел, Сергеев Иван Иванович продолжал оказывать помощь району в развитии объектов социально-бытового назначения и укреплении партнерских отношений на международном уровне. Сегодня у нас в гостях почетный гражданин Щелковского района Сергеев Иван Иванович. Здравствуйте, Иван Иванович. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Такое звание – почетный гражданин. За что вам его присвоили? Вопрос на засыпку, но я думаю, те, кто присваивал это звание, нашли те труды и вклады, которые были сделаны мною за долгие годы работы в Щелковском районе. Я пришел как молодой специалист, и все дальнейшие, так сказать, наши взаимоотношения были... как руководитель с исполнителем, мы во всем старались слушать, воспринимать, впитывать и учиться у Ивана Ивановича, поскольку там было чем учиться на тот момент. Ну, его основные качества, я считаю, что это в основном его порядочность, его целеустремленность. То, что он человек всегда был человеком слова, всегда говорил, всегда добивался. И если по отношению к своим, будем говорить, этим строителям, особенно, ну, я как строитель, все то, что к нему обращались, он не только требовал и заставлял работал, но и активно помогал. За эти качества его и уважали. Самое главное – порядочность. Я считаю, что это самое главное у человека. Дело в том, что Иван Иванович сам по себе очень активный человек и неравнодушный, профессионально подготовленный, и главная задача это всегда у него была и до сегодняшнего дня остается, это дело. То есть он прежде всего видел дело, ну а конечно вместе с делом то, того человека, который его выполняет. Его заслуги перед районом и в городе большие, потому что благодаря его пробивной способности, коммуникабельности, он пробивал все, вот этот путепровод, вот эта подъездная дорога, вот этот мост железобетонный, вот, который ныне по Пролетарскому проспекту. Это все заслуга этого человека. Но самое главное, то, что превратило город Щелков в город, это, по большому счету, кроме строительства микрорайонов, основная наша магистраль – Пролетарский проспект. Строительство социальных объектов многих в Щелковском районе начинались с его, либо строились при его участии, либо начинались... проектироваться именно во время его деятельности. И потом, продолжая уже работать в Министерстве иностранных дел, он постоянно помогал Щелковскому району во всех вопросах. И сегодня вот уже он как бы ушел от основной активной деятельности, но тем не менее продолжаем мы с ним сотрудничать. Он приходит, и его и советы, и его связи помогают нам в решении наших вопросов. Ну, многое сделал для города, конечно. Человек и все строители, я знаю его очень хорошо, все строители его с большим уважением относятся к нему. Вот сейчас, общаясь с ним, я понимаю, насколько целостная такая фигура, которая позволяет, в общем-то, масштабно смотреть на вещи.
и решать эти вещи, да, потому что мы иногда желаний много, а возможностей мало. Но вот он находит такие пути и выходы, когда эти желания превращаются в действительность. Ну, это действительно талантливый человек, и нам повезло в свое время в Щелковском районе, что он был у руля этого района, да, и многое сделал. Не важно, где человек сейчас живет. Важно, что его сердце, так сказать, душа, и вот его труды находятся в Щелковском районе. И я думаю, что те люди, которые с ним работали и будут работать, будут всегда довольны, так сказать, ну и гордиться тем, что они были с ним знакомы и как работали и жили рядом с ним. А расскажите, как вы попали в Щелковский район? Вы же родились в Электрогорске? В Электростале. А, в Электростале. Ну, это все равно Московская область. Попал я в Щелковский район давно. История насчитывает более, так сказать, уже 40 лет, около 50. Когда после службы в армии я вернулся назад в Электросталь, то начал работать в СМУ-54, электромонтажное управление Треста, электромонтаж. И это управление обслуживало как раз Щелковский район в то время. И среди объектов, которые мы строили в 60-е годы, были объекты Щелковского района, такие как межрайонные очистные сооружения, цех «Селена» на Щелковском химзаводе, больница МИДа, пансионат «Дружба» в деревне Громково, жилье, социально-культурные объекты. То есть вся зона Щелковского района в строительной градации, она вся обслуживалась СМУ-54. Когда мы осознанно принимали решение либо восстановить здесь мемориал, либо делать где-то в другом месте, конечно, все склонились к тому, чтобы мемориал был восстановлен именно здесь. Во-первых, это уже место, то, на которому горожане привыкли, и не только как к мемориалу, но и как вот, к памяти тех, кто, так сказать, покоится здесь. Поэтому, конечно, было принято решение сохранить его здесь. Путепровод мы начали строить в 77 году, в феврале 77-го, и 5 ноября 79-го путепровод вместе с подъездной дорогой до Щелковского шоссе был введен в эксплуатацию. Темпы, как вы видите, были довольно-таки жесткие, довольно-таки сильные. Параллельно начали подбирать заказчика на строительство моста. Ни Мособлсполком, ни правительство России, естественно, нам столько денег дать на строительство моста не могли. А старый уже находился в тяжелом состоянии. И тогда мы вынуждены были вынести совместное решение горкома и исполкома и сделать заказчиком на мост завод 31 гражданской авиации. Маленький завод, как вы сами понимаете, с небольшой численностью работающих. Но мы при этом поклялись, что исполком будет заниматься строительством больше, чем что-либо. И как только в ноябре ввели в 79 году путепровод, в июне 80-го, еще до открытия Олимпиады, и был введен мост. А после работы в СМУ-54, в 72 году, я уже пришел в Щелковский район главным инженером СМУ-50, тоже электромонтажное управление, и затем начальником СМУ-50, до перехода в администрацию, ну тогда горосполком, Щелковский горосполком. То есть с 72 по 74 я руководил СМУ-50, ну а затем 76-83 это работа в качестве первого зама Щелковского района. Курировал вопросы
жилищного распределения жилья, вопросы строительства коммунального, бытового обслуживания, вопросы экологии, ну и целый ряд, так сказать, других направлений, которые были в сфере моей деятельности. То есть можно сказать, что вы как раз в то время, когда обустраивался Щелковский район, вот вы попали в этот золотой, что называется, период, да? Ну, трудно сказать. Район и сейчас благоустраивается, и я рад. Ну, в таких масштабах, скажем так. Ну, я бы сказал несколько по-другому. Это было как раз то самое начало, если, так сказать, вы помните, ну, кто-то помнит, так сказать, тогда весь город Щелково, если взять сам город непосредственно, это была единственная советская улица с транспортной схемой от железнодорожного переезда, где могли стоять часами, и кончая вот этим самым пешеходным мостиком, по которому сейчас, так сказать, все основное пешеходное движение. Вот это было лицо города. У города практически не было, ну, будем говорить, своей именниковой улицы, ни, естественно, ни Пролетарского проспекта не было, ни, так сказать, не было улицы, где можно было бы сделать ее и пешеходной, и социально обустроить, и так далее. Вот, и тогда я благодарен Аскольду Николаевичу Чупракову, к сожалению, сегодня уже покинувшему нас, значит, который, ну, я бы сказал так, по-доброму бредил идеей создать центральную улицу Горького. И вот тогда мы соединили усилия, и не только создать центральную улицу города, а самое главное, максимально убрать транспортный поток из города, потому что благоустраивать город с таким транспортным потоком, а в то время уже движение было около 30 тысяч машин в сутки проходило через центр города. То есть и тогда поток был огромный? И тогда поток был огромный, ну потому что это основная транспортная связка, это Фрязино, это Фряново и практически вся часть района. Угу. Ведь наш район, он вытянутый, он поперечники всего лишь 30 с небольшим километров, а продольная часть его, включая Фряново, это почти 70-80 километров. И вот в этой узкой, так сказать, части, вот эта дорога фряновская, так называемая, она была единственным транспортным средством. И вот тогда мы и задались целью строительства как раз центральной части города, которая могла бы позволить в дальнейшем развязать транспортную схему и, самое главное, создать максимальное удобство для жителей города. Нашли поддержку в облсполкоме. Ныне здравствующий Виталий Иванович Виноградов нас очень поддержал, тогда он был зампредом облсполкома по строительству. И все наши хождения, конечно, шли через него. Юрий Иванович Синяков, тоже, к сожалению, ныне ушедший от нас, тогда он был первым старем горкома партии. А он очень любил строить, если кто помнит, вот этот первый рынок его, это была первая стройка из модулей Фрязинского экспериментального завода, который на Светской улице. Это была первая его такая общественная стройка. Ну и когда он был председателем исполкома, он очень небольшой срок был, но очень-очень любил заниматься строительством. Поэтому вот так началось вхождение в город. А вот вы сейчас назвали людей, которым, ну, по сути, вы благодарны. А были ли люди, которые вам мешали? Или, может быть, какие-то обстоятельства, которые не позволяли сделать что-то лучше? Были ли противники вот таких, да, вот ваших? А как же вы хотите без них? А адреналин, кто нам будет помогать вырабатывать? Они на то и щука, чтобы карась не дремал. Конечно, они были, есть и будут. И, кстати, возмутители спокойствия должны быть. Другое дело, вот та золотая грань, пока эти возмутители спокойствия, так сказать, не имеют активного сопротивления, еще с ними можно мириться. Но когда они уже, так сказать, переходят грань допустимого, конечно, надо с ними уже, так сказать, поступать по-другому. Конечно, были. И были, так сказать, соответствующие, ну, греха великого я тут, так сказать, не открою, когда скажу, что подогревали жителей, которых нужно было сносить дома, подогревали, так сказать, население в части того, зачем нам этот проспект, зачем нам вообще, так сказать, нужен путепровод. Но тогда, слава богу, не было общественного слушания. Сейчас вот общественное слушание проводят, хотя как его проводят, как у вас провели сейчас во Фряново с этой свалкой, просто диву даешь, что 2-3 человека, вот и все, так сказать, слушания. Формально слушание,
Формальная, так сказать, процедура соблюдена, а что касается до результатов, это уже никому, так сказать, дела нет. Конечно, были. А как справлялись с ними? Ну, представляете, приходит, да, народ и говорит, вот мы не хотим строить, как его убедить, что нужно? Потому что у нас люди такие, что сегодня не хотим, а завтра благодарим за то, что построили. Вы понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, тогда не было такой, так сказать, демократии, если это еще считать демократией, тогда, так сказать, ее такой не было. Все-таки народ был более послушный, более разумный, я бы сказал. И потом народ, который пережил очень большие тяготы, ведь не забывайте, это 70-й год. Мы не имели, допустим, того достатка. И те, кто помнят времена, вы не могли зайти в магазин, вот как вы сегодня заходите, иметь такое разнообразие, иметь только деньги в кармане, все остальное есть. Раньше ведь все надо было, извините, достать. Не купить, а достать. И в народе постоянно фигурировало слово, где достал. Дефицит. Вот это, так сказать, было. Дефицитный товар. Да. Но с другой стороны, с народом было гораздо легче работать. Я вам скажу, гораздо легче, потому что, так сказать, народ, который прошел невзгоды, который прошел, так сказать, лишение, конечно, он более разумный, нежели вот сегодня. Ну, вы видите сегодня, я не хочу никого осуждать, вы видите сегодня, кто у нас, так сказать, присутствует. Ведь в основном самодостаточные, но тем не менее играют разные роли, то ли по заказу, то ли без заказа, но пытаются, так сказать, порой делать то, чего бы вообще не следовало делать. Вот поэтому никаких расправ не было, никаких экзекуций мы не делали, а мы, так сказать, приглашали, говорили, люди прекрасно, так сказать, понимали. Если не хватало нашего убеждения, газета была, газету использовали для этого. Депутат, кстати, у нас был в то время очень хороший главный редактор Московской областной газеты Гусев, он у нас был депутатом по Загорянке. И вот это вот, вот эта административная работа совместно с общественностью, она давала свой результат. Иван Иванович, скажите, а вы в Щелковском районе же не живете? И насколько часто вы бываете в Щелковском районе? И когда вы приехали сегодня к нам, ваши впечатления о городе, он изменился? Конечно. За конечно. Время последнего вашего приезда? И нравятся приезда? Ли вам эти изменения? Конечно. Значит, ну, действительно, в городе я не живу. Я уехал из города в 80-м году. Получил квартиру, так сказать, в Москве, уже работаю в меди. И уехал, так сказать, из города. Но связи с городом мы не потеряли. Почему я говорю «мы»? Потому что вот многие наши друзья, так сказать, многие наши коллеги, с которыми мы работали в то время, мы постоянно держим контакты и постоянно общаемся. Достаточно сказать, что вот для нас Щелково почти уже 30 лет будет в следующем году. Тем не менее, в году мы все знаем, так сказать, друг друга и дни рождения, знаем всевозможные, так сказать, приятные и неприятные моменты. Это все мы проводим здесь и постоянно, так сказать, общаемся. Так что связь с городом не потеряна, она наоборот только, так сказать, увеличивается. Ну, а впечатление, я вам скажу, я радуюсь, так сказать, тому, что сегодня реально в городе делается. Даже вот эта высотка, которой... Ну, буквально год назад еще не было на том берегу, так сказать, Клязьмы. Я поразился, так сказать, вымахать за меньше, чем за год, так сказать, эту высотку. Гостиница ту, которую делает там, 22-этажная гостиница. Ведь мы начинали, так сказать, если кто помнит, на Свирской есть гостиница пятиэтажная. И, кстати, я вам хочу сказать, это вот, значит, ну, почти 30 лет, да? Так вот, китайцы сейчас используют этот метод. И они официально сейчас, так сказать, объявили о том, что 160-этажный дом построят за 30 дней. Из этих кубиков, вот точно такие кубики, которые мы использовали тогда для этой гостиницы. Это делал Волжский завод, водой они были доставлены сюда, и мы из этих кубиков, причем кубики с готовыми даже оклеенными обоями. Мы собирали, как обычные, детские кубики, и потом, естественно, так сказать, соединяли вместе вот таким образом. Потому что тогда в гостинице не было, просто был один этаж на Парковой улице, там где, так сказать, кафе у нас находится, а как таковой гостиницы в городе не было. Так вот, конечно, я радуюсь тому и тем изменениям, которые происходят. Конечно, они далеки от тех, которые имели мы в то время, потому что тогда, учитывая отсутствие свободного рынка, учитывая отсутствие, так сказать, рыночных отношений, тогда ведь у нас в кармане был только тот скудный бюджет, который выделяла, так сказать, область.
Хотя и тогда, я вам должен сказать, мы использовали наши, конечно, предприятия. Достаточно взять вот наш объект, который вы прекрасно знаете, Щелковский путепровод. Вот по нему 3 года строительства, меньше 3, на 3 года строительства из бюджета нам было выделено всего-навсего 280 тысяч рублей. Строительство обошлось 6 200 000. То есть вы привлекали средства? Мы привлекали все наши предприятия, даже гаражные кооперативы. До скандалов доходило. Я помню кооператив «Воронок», когда-то, кстати, мы предложили выйти отработать там по одному дню, по 2 дня отработать, потому что много было ручных работ и благоустройств и так далее. Но не все, так сказать, тоже правильно понимали. Тогда пришлось попросить ГАИ помочь. ГАИ тут же быстро, так сказать, сработала машина административная, и народ дружно пошел. Или другой, так сказать, пример. Там же на Соколовке была автобаза СМУ. 19, так сказать, она, правда, зарегистрирована была в Калужской области. Но руководитель был такой крутой, так сказать, нет, я не дам. Вот Мартьянов был такой, нет, вот никакой техники, я вам ничего не дам. Ну что ж, хорошо, не дашь. На следующий день, так сказать, на утро ГАИ опечатала всю эту автобазу вместе с СЭС и все. И все было решено, так сказать, и техника работала, и все работало. Вот поэтому, но отношения были все равно другие, понимаете, все равно это проходило через административный рычаг, через руководителей, но я должен сказать, что понимание было гораздо лучше, чем у наших новых русских иной раз сегодня. Иван Иванович, вот вы говорите город, да, а в бытность вашу, район и город, это было единое понятие? Конечно. То есть... было во благо всего, то есть это неотделимо было город от района. Я вам скажу, я думаю, никого не обижу, так сказать, вот все то, что сделано, к сожалению, это сделано совершенно по непонятной причине. Ведь когда пришел, так сказать, Владимир Владимирович в 2000 году, он провозгласил укрепление вертикали власти, если вы помните. А практически на деле сделали не укрепление вертикали, а сделали, развенчали всю вертикаль по горизонтали. Если вы вспомните, в Советском Союзе была структура. Совет министров, министерство. Министерство отвечает головой за развитие своей отрасли. Оно является хозяином, оно является полностью направляющим органом и контролирующим, ну и так далее. Что сегодня мы с вами имеем, если взять структуру административного правительства? Правительство, министерство, агентство, службы, комитеты и так далее. То есть масса всего. Министерство получает деньги только на содержание аппарата, а все деньги у агентства. Министерство сельского хозяйства, агентство сельского хозяйства. Министерство здравоохранения, агентство здравоохранения и так далее. Угу. Кому и для чего это нужно, это, так сказать, история пока еще умалчивает. То же самое система муниципального управления. Угу. Да, был один район, и мы целиком полностью отвечали за развитие района. После того, как сделали эту структуру, выделив районные города в соответствующие, даже уже не города, вы же уже не город, а вы МУП, муниципальное образование. Это совершенно, я вам скажу, так сказать, противоречит. Это, вот здесь люди как раз должны были сказать свое, так сказать, слово. Так вот это муниципальное образование, оно сегодня один избираемый орган и второй избираемый орган. Друг с другом, кроме противоречий, и не только в Щелкове, кстати. В Щелкове они, может быть, чуть побольше, чем где-либо, но я вам скажу, во многих городах, даже там, где районные руководители назначали, там, и, вернее, так сказать, приводили к власти городских своих друзей, уже начинается противоречие. И это же мешает развитию общего дела. Естественно, естественно. А противоречие в чем? Учитывая рыночные наши отношения, противоречие в одном, вы понимаете. Финансы Его Величества. Да. Вот и вся, так сказать, недолго. И поэтому, ну, в Щелковском районе вы это наглядно видите сами. Я даже комментировать, так сказать, не буду эту ситуацию. Ну почему? Вы же почетный гражданин. Прокомментируйте. А я вам скажу, кроме вреда ничего нет. Тем более, так сказать, отношения главы одного и главы другого, они далеко не самые лучшие. Плюс, так сказать, та внешняя атмосфера, которая стоит за, так сказать, одним из руководителей. Это все не способствует, прежде всего, совместной работе, а самое главное, это противоречит главной задаче, для чего они выбраны. И один, и другой.
По поводу отношений хотелось бы задать вопрос. Каковы ваши сегодняшние отношения с районными властями? Общаетесь ли вы, как-то советуетесь или что? Как происходит общение с нынешней властью у вас? Какой вы имеете в виду? Я имею в виду с районной властью. Ну, я понимаю, Щелковская или нет? Не, ну Щелковская, да. А, Щелковская. Но у меня прекрасные отношения с Александром Матвеевичем, до этого были с Леонидом Андреевичем, так сказать, у меня никаких тут не возникает, так сказать, ни противоречий, ничего. С городом практически я с госпожой Ершовой не общаюсь, да и, так сказать, мало ее знаю. Но даже вы возьмите один маленький пример. Если вы помните, то раньше проводили День города, это был, так сказать, один день. Uh-huh. Сейчас вы проводите два. Причем один, так сказать, проводит то ли во Дворце культуры, второй там, то ли на стадионе, то ли еще где-то. Ведь это же, извините, бюджетные деньги прежде всего. Налогоплательщиков наших. Ваши? Ваши личные? Людей. Ваши личные? Мои. А где ваше мнение? Наше мнение. Ну вот. Оно кого-то интересует? Вы понимаете, поэтому, естественно, еще раз говорю, при всем том, я думаю, так сказать, может быть, так Сергей Кожугетович выйдет инициатором поменять эту систему, потому что это не есть, так сказать, действительно демократическое муниципальное управление. Это не есть. Деструктивно. Это деструктивно. Людям в этой ситуации, если раньше был какой-то один орган, тогда власть. Людям было проще, да, понимать, есть власть, да, определенная. А сейчас непонятно. Люди не знают, к кому обращаться. Да, не знают, к кому обращаться. По каким-то вопросам. То есть они, обращаясь к одной власти, да. не встречая там понимания и помощи, идут к другой. А та говорит, а мы, собственно, за это не отвечаем, потому что нас разделили. Да, и поэтому, я думаю, люди устали от недопонимания и думают, да, пускай, но будет, как будет, но, к сожалению. Ну, вы понимаете, пускай это пускай, но если бы это, опять-таки, если бы это был двигатель вперед, а это же либо застой, либо регресс. Другого-то ничего нет. Кроме того, идет же дублирование структур. Совершенно нечаянно узнаю, у вас теперь уже есть свой городской архитектурный отдел. То был, так сказать, один отдел архитектуры, Станислав Положенцев возглавлял, так сказать, все это, всю архитектуру района в целом. Теперь город говорит, нет, мы хотим свое иметь. А деньги-то ваши. Да, в общем, остается только вздыхать. Да. Ну, а вы... Как почетный гражданин, вы хотели бы или можете поддерживать как-то вот район? Да, как? Именно сейчас. Да. Чем бы вы могли и хотели быть полезны? Ну, во-первых, я уже сегодня вот перед вами успел с Александром Матвеевичем пообщаться, учитывая одно из важных направлений, которое Шойгу обозначил во вторник на заседании правительства, из 10 пунктов его программы, которые он обозначил, для исполнения. Значит, это болячка района, я считаю, еще из наших времен болячка. Да и не только района, это вообще всей Московской области. Ведь вот структура, посмотрите, как построена. Москва не занимается строительством мусороперерабатывающих заводов. Им этого и не надо. Они вывезли в область, сгрузили, и пусть Московская область, так сказать, ее там перерабатывает или живет или с ней. Сжигает. В Щелковском районе такая же, так сказать, проблема. Она, как и во всех практически районах, но пока еще, может быть, нет такого массового заселения сюда Москвы, но если появится Москва по типу там Дмитровского района выше, Тимоховской свалки в Ногинском районе или от других, то, конечно, это будет беда. Район просто, так сказать, задохнется. Так вот, в этой связи я ему сегодня как раз предложил, потому что как раз в реализацию этой программы заняться вопросом строительства современных перерабатывающих заводов. Вопрос, естественно, один – это инвестиции. Вот, и параллельно я работаю, завтра вот у меня и встреча намечена с инвестиционным фондом на предмет привлечения, в том числе, на эту задачу инвестиций. Помогаем и с инвесторами, которые работают у вас в районе. Ну вот у вас очень неплохо работает компания ЮИД. Их две компании. Одна обслуживает Запад Московской области, ваша обслуживает Восток области. С ними мы очень тесно работаем и тесный контакт. Ну и я должен сказать, что вот уже не раз тут и, значит, Александр Матвеевич возникал с этим вопросом, с вопросом строительства объездной дороги. Для меня эта тема очень болезненная, потому что в 83-м году, я уходил в апреле месяце, эта объездная дорога была уже в плане. 350 тысяч было в плане на эту дорогу, начиная от Безоколонки с поворота на Чкаловскую и с выходом в районе станции техобслуживания на Фляновском шоссе. Потихоньку из плана ее убрали, ничего практически не сделали, ну и, как вы видите, дороги сегодня нет.
А сделать проспект для того, чтобы по нему пропускать, сейчас, я думаю, уже не 30, а, наверное, 50-60 тысяч машин в сутки. Для этого ума много не надо, и для этого проспект был не нужен. Он нужен для людей. А для машин должна быть все-таки другая дорога. Другая дорога. Не знаю, как сейчас разведется Александр Матвеевич с ней. Причем здесь вот опять начинается стыд. Чья она городская, кому заниматься, Ершовой или Гоняевой? Вот этот стык, вы понимаете, это вредительство, просто прямое вредительство. Вот. Поэтому, конечно, мы готовы помогать, поскольку и есть возможность, есть и связи, есть и возможность привлечь инвестора, но прежде всего должен быть хозяин. Когда нет хозяина, конечно, задачки не решаются. Задачки просто, так сказать, нерешаемые. А дорога позарез городу нужна. Тогда проспект будет действительно у вас как проспект. Тогда его можно сделать пешеходным, и ради бога, так сказать, он будет работать для людей. Мы прочли, также немножко уйдем от города Щелково, мы читали о многих ваших достижениях, в числе прочих мы хотели бы вот узнать, в числе прочих это развитие партнерских отношений, связей на международном уровне. Вот расскажите, что это значит? Ну, наверное, так сказать, какое-то наследие, которое у меня осталось, а может быть и нет. Дело в том, что первое, я как вице-президент Ассоциации гольфа России занимаюсь региональным развитием. Практически сегодня мы имеем 28 наших региональных отделений в субъектах федерации. Количество их, так сказать, увеличится, потому что интерес к этой замечательной игре увеличивается, я бы сказал, так хорошими темпами, и нас это приятно радует. То есть это связано с развитием гольфа непосредственно? Да, это прикольный вклад в развитие гольфа. Кроме того, я являюсь директором Россия-Ливан делового совета. Деловой совет, который призван, так сказать, для развития, прежде всего, международных отношений. Ливан занимает, пожалуй, самое интересное место в арабском мире. Это, по существу, арабская Швейцария. К сожалению, правда, соседи его не очень пока хорошие, тот же Израиль и Сирия, которые там... Воинственные соседи. Да, воинственные, так сказать, действительно воинственные. Израиль, он постоянно был воинственный. Вот, занимаюсь в рамках делового совета как раз развитием международной деятельности, и прежде всего, конечно, это развитие двухстороннего товарооборота. И вот сейчас на очереди большие такие программы, так сказать, увеличение продажи зерна, увеличение продажи жидкого газа, увеличение продажи, так сказать, драгоценных металлов, в том числе золота, бриллиантов и так далее. Это то, что интересует прежде всего Ливан и Арабский Восток в частности. С той стороны, конечно, импорт в России очень незначительный, это в основном фармацевтика и косметология, и объем очень маленький. Из 550 миллионов долларов нашего товарооборота ливанцы в нем занимают порядка 15, все остальное наше. То есть наш экспорт идет семимильными шагами, и идет очень неплохо. И я думаю, если немножко обстановка, так сказать, уже будет стабилизирована, то в дело вступят и наши остальные, так сказать, строители, геологоразведка, поскольку там на шельфе моря есть, так сказать, есть ориентировка, то, что имеется и газ, и нефть, так сказать, и так далее. То есть вот этот блок, он у меня, я бы сказал, таким является одним, так сказать, из основополагающих международный. Кроме того, как академик Российской академии естественных наук, в рамках этой академии я занимаюсь еще и международной деятельностью в рамках академии. Последнее, значит, есть такое движение, может быть, вы слышали, да думаю, что слышали, меценаты столетия. Кстати, здесь Щелку опять у нас отстает, так сказать. Вот совсем недавно мы в Ногинске открыли очередного ангела, доброго ангела мира в парке городском. Такая прекрасная скульптура, по существу, стала местом отдыха горожан. Так вот, в рамках этого проекта, а проект большой, у нас, так сказать, один из наших активных деятелей, Николай Николаевич Дроздов, который занимается направлением, благотворительным направлением, сбором средств и, так сказать, организацией
операций детям с дефектами лица. Это заячья губа там и так далее. Вот уже больше тысячи человек, тысячи детей получили прекрасную, так сказать, улыбку, так называемую. И поэтому вот 17 мая, когда мы отмечали 50-летие Николая Николаевича, во дворце съездов, даже Юрий Михайлович присутствовал, Лужков, я должен сказать, ну, получился праздник души для него, по крайней мере. Так вот, в рамках меценатов столетия одна из программ у нас – это как раз строительство доброго ангела мира. И сегодня уже в 30 городах подобные скульптуры стоят. Из этих 30, 8 городов – наше зарубежье. Не только ближнее, а и дальнее – это и Корея, и Кипр, и Панама, так сказать, и так далее. Вот это тоже международное направление, с которым тоже, ну, приходится заниматься. А вы сказали, Щелковский район отстает в этом плане. Вы имели в виду, что отсутствие у нас каких-то благотворительных организаций, да? Нет, отсутствие я имел в виду как раз вот то, что в Щелкове, я думаю, это опять вот, опять та же тема, опять тот же, извините, на тот мозоль мы наступаем. Давайте наступать уже, раз. Да. Я вам скажу, вот там, где поставлено, вот в Подмосковье они поставлены, в Дмитрове, Ногинске и в Люберцах. Угу. Все. Как правило, это самые лобные места. Как правило, это места, которые любят горожане. И, как правило, эти места становятся, куда едут и молодые, и старые. И... То есть это скульптура ангела, я так понимаю, конечно, да? Конечно, конечно. Ангел добра. Ангел да. А первый появился в Москве, в парке 850-летия. Вот мы в июне будем отмечать уже его десятилетие. Как первый ангел появился в парке 850. Ну а здесь-то поставить такого нельзя именно потому, что... Можно и нужно. Так, ну давайте устанавливать. Давайте устанавливать ангела добра. Нам как раз очень нужен ангел добра. Ради бога, кто хозяин? Кто хозяин? Ответьте мне только на один вопрос. Кто хозяин в городе? Я не знаю, кто хозяин в городе, но я знаю, кто хозяин в районе, поэтому я думаю, что... А вот район с городом у вас, видите, как, так сказать. Вот, вот это, я еще раз говорю, видите, сколько примеров, которые вот на стыке интересов являются противодействием. Противодействием. Но вы же почетный гражданин, повлияете. Влияем, да. Влияем. К сожалению, ну, вы понимаете, в чем дело? У нас же очень много еще порой принимается сиюминутных, необдуманных, непроработанных решений. Я же вот не зря сказал, вот это, так сказать, место укрепления вертикали, развертывание по горизонтали. Вы посмотрите везде, вот даже, ну там, где сильный министр, например, Гордеев был сильный министр сельского хозяйства, он быстро это агентство потихоньку убрал. Минздрав, потому что драка из-за денег. Минкультуры, министр, но он сидит без денег, он зарплату только получает. А деньги все у директора агентства. В то время там был Соколов, допустим, в культуре, а Швыдкой был в агентстве. У кого деньги? У Швыдкова. С кем работают? Со Швыдкой. Ну разве это нормально? Это же не нормально. И потом, зачем дублирующая структура? Она же не нужна. Мы говорим о системе едином начале. Мы говорим, ведь понимаете, в чем дело? Вот у нас очень искаженно понимается демократия. Вот она очень нормально у американцев воспринимается. Демократия – это жесточайшая дисциплина. Ну, она вот у них и... уже на протяжении скольких, так сказать... А у нас, а нам, у нас, она... нам вот, вас, нам, вот нас убеждают, что вот демократия нужна, вот право голоса и так далее. Нужно, в определенных пределах нужно. Так вот, обращаясь, к, опять же, к развитию и так далее, те же поля для гольфа, да? У нас же тоже есть поля в Щелковском районе, и немалая территория полей. Ну, я вам хочу сказать, тоже это уже, так сказать, грех я должен принять на себя, потому что, честно говоря, вроде район, родной район оказался, так сказать, без полей. А тот же Дмитровский район, ну, правда, у него есть определенные преимущества Дмитровского района. Во-первых, глава района, полноценный хозяин, а второе, конечно, это его, так сказать, природа надарила вот тем самым, той самой Клинско-Дмитровской грядой, которой нет у нас с вами нигде. И вот этот рельеф, он сделан, ну, великолепнейшим образом. Архитекторам, честно говоря, даже особого думать не надо. Потому что для того, чтобы сформировать гольф-поле, вот такое, как вы видите, так сказать, на экране, ведь нужны огромные затраты. Когда я строил в Нахабе на гольф, мне пришлось ни много ни мало переместить почти 1,5 миллиона кубометров грунта, для того, чтобы создать вот эти все, так сказать, рельефы и так далее. А строили на болоте. А у Медовского района это практически все готово, единственное, не мешает только чуть-чуть, так сказать, улучшить. Конечно, нужно, и нужно начинать, это вот моя вторая, так сказать, тема, если я сегодня успею, сгоняю его, если он вернется, так сказать, с Литвинова, то я с ним ее, естественно, проговорю.
И начинать нужно с круглогодичного гольфа. Сейчас уже мы в Нижнем Новгороде начали выпускать модульные такие, так сказать, конструкции, которые позволяют собрать под одной крышей и мини-гольф, и компьютерный гольф, и летний гольф. То есть летом вы, так сказать, занимаетесь то, чем он, так сказать, занимается на экране, а зимой, пожалуйста, симуляторный мини-гольф, ну, со всеми, так сказать, бытовыми. Предприятия уже начали выпускать, и Валерий Павлинович Шанцев здесь нам активно, так сказать, помогает в том, чтобы этот выпуск был. И, конечно, вот эти конструкции, они должны быть в городе, и я прекрасно помню, благо ходил каждое утро, так сказать, в парке, прекрасно помню территорию, где можно совершенно спокойно разместить этот центр. И он станет центром общения. И центром общения, и центром спорта, и центром отдыха. Не так уж много мест, так сказать, в городе, где можно было, извините, полноценно отдохнуть и тем более позаниматься спортом. Это, конечно, все нужно делать. А вот затем можно уже строить 9 луночные поля, потом 18, если к этому времени уже, так сказать, будут готовы, так сказать, кадры. Ну и, конечно, школьный гольф. Конечно, школьный. Вот мы, так сказать, 23 мая сделали презентацию в Дмитровском районе. Это специальные игровые, так сказать, комплекты, которые позволяют играть в гольф, начиная с детского сада. Сделали презентацию в 2 детских садах, 5 школах. Дмитров, опять Дмитров тут инициатор, как видите. Вот. И, конечно, и такую игру надо вводить уже и в школу. Тем более добро от Фурсенко у меня было получено. Но неважно, что его сегодня нет министром. Но, тем не менее, преемственность продолжается, и Министерство образования нас здесь очень поддерживает. Не только бадминтон, но и гольф тоже. Мы сейчас столько разных тем затронули и немножко забежали вперед. Во-первых, очень хотелось бы знать, во-первых, почему именно гольф? Да. Когда вас зацепила, может быть, эта игра? И когда вы стали уже помогать строить поля, ну и вообще заинтересовались? Откуда у вас такая любовь к гольфу? Вот да. Я вам скажу, почему гольф. Вот несколько, так сказать, я вам ответов дам, а вы сами дальше поймете, почему, так сказать, именно гольф. Во-первых, так сказать, масштабы гольфа сегодня в мире. Сегодня в мире играют больше 150 миллионов человек гольф. Раз. Второе. Игра, которая не имеет ни полового, ни возрастного ограничения. Это и семейная. Это и 3 поколения могут играть. Если вы помните Армэнда Хаммера, так сказать, был такой небезызвестный американский, так сказать, бизнесмен, так вот он после того, как мы ему отметили 90 лет в Москве, поехали в Нахабино, и он играл гольф. Вы найдите мне еще, так сказать, вид спорта, в котором 90-летний мог играть. Даже в шахматы может упасть со стола. А здесь, так сказать, 90 лет идет и играет. Кроме того, вы, играя, вы задаете себе темп, так сказать, сами. Вас никто не гонит. Вы любуетесь красотой, вы отдыхаете. Для того, чтобы пройти, допустим, 18 лунок, от вас потребуется, ну, если брать вот сейчас в вашем состоянии, это минимум часов 6. Вы когда-нибудь себе можете позволить 6 часов уделить? Не можете. Второе. Значит, в свое время, когда я, так сказать, летал в Штаты изучать немножко это дело, это был 88 год, за 14 дней я пролетел тогда 18 штатов. От Миннесоты до Майами и от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. И в Орландо, так сказать, как раз наши хоккеисты там постоянно летом играли. Они играют, кстати, и теннисисты тоже. Прошлогодний чемпион России по гольфу Евгений Капельников. Так, да на всякий что, случай. Да. Он на гольф перешел. Да, он сейчас усиленный. Женя молодец. Ракетку сменил на клюшку. Да, я, говорит, буду, так сказать, выступать на Олимпиаде. Так вот, в Орландо, в клубе Лайкнона, так сказать, такая сцена. Впереди идет, играет отец с сыном. Ну, американцы, они ленивые на карах в основном перемещаются. Европа ходит, а они, так сказать, стараются на карах. Как положено, отец воспитывает сына. Это же нормальная картинка. Угу. Все бы ничего, но сыну за 60. Вот вам и все. И я себя сразу стал ловить на мысли о том, что в своей жизни, хотя у меня сыну уже, так сказать, далеко за 40 тоже, я никогда сыну 5 часов общения, к сожалению, не смог уделить. Ну да, у них это распространено. Вот они стоят с этими кружками и так общаются, и они между... Или другой вопрос, другой, так сказать, момент. В Нахабино, когда мы открыли гольф-поле, у нас было где-то примерно 90% иностранцев из членов клуба, а всего 800 членов клуба. Членский взнос, ну, сейчас стал 75 тысяч долларов, тогда был, так сказать, поменьше 25.
Значит, так вот, помимо всего прочего, на гольф-поле в Нахабино было договорено и совершено сделок порядка на 800 миллионов долларов. Вот одну сделку они ходили, сообщались друг с другом лет 5. Пошли, сыграли, потом звонят, Иван Иванович, накрывайте стол, мы договорились. 350 миллионов была сделка. И опять гольф. При чем тут гольф? Так вот, я вам скажу, вот те, кто, так сказать, играют в гольф, ну вот вчера мы чествовали нашу Настю Костину, это наша воспитанница, потому что первое, что мы сделали в Нахабино, мы открыли Академию гольф для детей Красногорского района бесплатно, начиная вот с 5 лет, так сказать. И вот уже Маша Костина в Штатах играет, ее сестра. Настя выиграла профессиональный турнир в Киеве. Вчера мы ее как раз чествовали в ассоциации гольфа. И вчера же она улетела уже на большой евротур. Это неофициальный чемпионат мира среди женщин. Вот такие девочки, так сказать, выросли. А я помню эту Настю, когда ей было 6 лет, а сестренка ее открывала гольф-клуб и делала первый удар. И вот только в нашем клубе мы вырастили уже ни много ни мало порядка 300 детей, в том числе и мастера спорта. И в том числе люди нашли себе применение. А клуб вы открыли в каком году? Клуб построили в 94-м. В 94-м, да? Да, в 94-м. В Нахабино? Да. В Щелковском районе не было возможности тогда построить. Да, да, в 94-м году. И поэтому я хочу сказать, что вот столько уже много связано, так сказать, с гольфом, тем более, что это вид спорта, его даже нельзя назвать видом спорта, это смысл жизни. Это гораздо больше, чем вид спорта. Поэтому, безусловно, безусловно, для интеллектуального, для физического, для спортивного развития жителей района, безусловно, этот вид нужен. Ну а сами-то играли в гольф? К сожалению, уже нет. Но играли? Играл. А сейчас уже вот, так сказать. К сожалению, не могу. То есть нет возможности, да? А скажите, во время вашей работы в Министерстве иностранных дел, то есть я так понимаю, вы подключили все свои возможности для организации этого гольф-клуба? Да, то есть вот в то время вы же занимали ответственный пост, да, в МИДе, как и в то же время вы уже занимались развитием гольфа. Как вам удалось совмещать настолько ответственную профессию в пост. МИДе? Да. Пост. И вот это увлечение. А тут никакого нет противоречия. Это полное дополнение одного другому. Никакого нет противоречия. И если бы, честно говоря, каждый, так сказать, в меру своих возможностей, не обязательно гольфа, занимался бы, допустим, тем, что мог бы вложить определенную частичку своего там ума, сердца, так сказать, возможностей, времени на развитие любого вида, культурной деятельности, спортивной деятельности, мы бы от этого только все выиграли. Понимаете? Поэтому тут нет никаких противоречий, никто не мешал. Я вообще-то благодарен, я работал, пригласил меня Евгений Максимович с первого зама начальника главка, сразу пригласил замминистром, начальник, естественно, обиделся, но Евгений Максимович у нас был, так сказать, праведный и суровый, после четвертой беседы он жестко сказал: я не обижусь, если ты не пойдешь, но подумай. Ну, с такими условиями уже нельзя. И я благодарен тому, что Евгений Максимович, как вообще компетентнейший человек, высоко эрудированный, он понимал прекрасно, так сказать, все эти дела, и никаких помех от него, полнейшая самостоятельность и полнейшая ответственность. Вот это два элемента, которые должны быть. Времени хватает у вас на все, на семью хватает времени? Где ваша семья живет? Как вообще у вас складываются отношения семьянин, семейные? Это вопрос поинтереснее. Значит, ну, во-первых, семья, как и все грешные, мы начинали вдвоем с женой. Сейчас уже футбольная команда, 11 человек. Дед, так сказать, на воротах один, запасного пока вратаря нет. Значит, у меня две пары, сын, старший сын и младшая дочь. У сына трое детей, у дочери двое детей, а в целом три богатыря и две невесты. Вы счастливый отец и дед уже. Мы живем отдельно, они живут отдельно, каждая семья, так сказать, устроена, нормально работает. Вот. Дочь занимается, я считаю, святейшей проблемой, это экстракорпоральное оплодотворение, так сказать, то, чего сегодня является
бедой. Кстати, она как раз занимается в рамках Московской области. И результаты у них работы сегодня, ну, лучше. Не сегодня, они уже занимаются 6 или 7 лет, как клиника существует. Результат превосходит даже мировые. Больше 35-40%, так сказать, процент попадания. Это, конечно, хороший результат при среднем мировом до 30. Вот. Сын занимается, так сказать, бизнесом, ну, поскольку все сегодня занимаются. Отец в меру возможности помогает. То так есть нормально все, у вас нет? Все, да, все пределы, дети, так сказать, внуки, вернее, учатся. Вот. Вчера внук старший, ему 15 будет в июле, сдавал уже первый экзамен. Угу. Вот. Так что все пределы. А все ли ваши надежды оправдались? И сбылись ли все мечты ваши? Может быть, еще есть какие-то мечты? Ну, я вам скажу, если человек перестал мечтать, он перестал жить. Правда, я раньше говорил по-другому. Если человек не строит, то он умер. Угу. Человек... У вас есть основное правило жизни? Вот такое вот железное какое-то? Ну, я вам хочу. Основное правило жизни, во-первых, я люблю жизнь, и вот недавно, в воскресенье, если вы смотрели, так сказать, «Покаяние Иосифа Давыдовича», он тоже, так сказать, сказал, хотя тяжелое состояние, и он в тяжелом состоянии, он сказал, он немножко по-другому сказал, «Жить очень хорошо, и я хочу жить». Тяжелый такой был, этот самый, тяжелая передача была. Так вот, значит, основное, конечно, правило – это жить и жить активно. Я не могу, так сказать, себе позволить, допустим, рабочий день у меня вот как был, вот я жил в Электростали, 3 года ездил зампредом. До этого ездил начальником УПДК тоже, то есть начальником СМУ тоже ездил сюда, так сказать. Но я в 8.15 был на работе. В исполком пришел в 8.15, жена говорит, ну с 9 же исполком, никто же не работает. В МИД пришел в 8.15. То есть вы всегда сейчас... стремились на работу, заниматься делом. Абсолютно, да. И заместителем, так сказать, и все прекрасно знали. И самые ловкие всегда приходили, так сказать, именно после 8. Вот. И сейчас я его не меняю. Каждый день это 10-12 километров ходьба. Затем, так сказать, процедуры все остальные положены в машину и на работу. Живу я за городом, поэтому, так сказать, приходится... С учетом транспортной схемы существующей, приходится часок, а то иногда побольше терять все на эти дела. Поэтому активность в жизни – это залог жизни, я бы сказал. Значит, планов на будущее у вас еще очень много. То есть они есть в любом случае. Но без них нельзя жить. Ну, спасибо вам огромное за то, что к нам сегодня приехали, выделили этот часок на дорогу, пообщались с нами. И желаю вам оставаться таким же активным в дальнейшей жизни. Ну и, конечно, оставаться почетным гражданином Щелковского района и приезжать к нам почаще. Да. А самое главное здоровье, еще здоровье вашим детям, вашим внукам. Спасибо вам большое. И я вам желаю здоровья, счастья, процветания. И самое главное, ну, я думаю, что пора уже нам иметь, так сказать, Щелку, ну, если не Останкино в полном виде, то хотя бы, так сказать, достойную его филиал. Надеемся, что вы нам да, в этом тоже это поможете. Вот я, кстати, вот Александр Матвеевич скажу. Вообще, так сказать, честно говоря, могли бы и более лучше дать условия. Мы будем надеяться, мягко что говоря. Улучшаться будут наши условия. Да, конечно, конечно. Поэтому удачи вам, счастья на долгие-долгие года. Ну и, естественно, я хотел бы, конечно, пользуясь представившейся возможностью, пожелать и жителям Щелковского района. Вообще, я вам должен сказать, вот из всей нашей истории Московской области, это самый скромный район Московской области. Я здесь не лукавлю, потому что это действительно так. Я всегда вспоминаю слова Юрия Ивановича, который говорил, мы ничем никогда не будем хвастаться. Мы скромно работаем и делаем свое дело. Вот Щелковский район, вот такой действительно он самый есть. Самый скромный, ну и одновременно самый добрый житель района. Поэтому я с величайшим удовольствием, пользуюсь возможностью, хочу передать всем жителям Щелковского района самые добрые пожелания, благополучия и счастья на долгие года. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.